Попробую. Национальная идея. Я ребенок прошловековой. Я была председателем Совета дружины, внучка Героя Советского Союза. Меня воспитывали на доброте, на чистоте, на правде, на вере, на то, что можно идти за идею. И когда в прямом эфире жгли партийный билет, у меня плакали и мама, и папа, и я до сих пор храню в Комсомольске, как ни странно. Я живу в 60 километрах от границы с Украиной, и у меня очень много друзей и родственников в Украине, и я прекрасно еду домой, вижу границу, в ней дырка, и мы туда за конфетами, они к нам за другой какой-то едой переползают, и любицы переползают, и как все было, так и есть. То есть воюют кто-то другой, не люди. Ну, по крайней мере, я вижу очень много добрых, хороших украинцев, которые открыли у нас рестораны, и кормят нас, и поят, и мы их любим и поддерживаем. Могу сказать, что дочку свою воспитываю на тех же традициях. Мы гордимся флагом. Я вела очень много программ из музея боевой славы. Я с трепетом отношусь ко всем письмам, которые дед присылал с войны. Мы ходим на аллею славы, мы ходим в музей вместе с мамой и с дочкой. И мне кажется, надо воспитывать детей на личном примере. Не надо их воспитывать вообще. Надо воспитывать себя, а дети будут похожи на нас. Мы сейчас молимся за родителей, и они потом за нас помолятся. Без веры не будет ничего. Ни нормального врача, ни нормального политика. И то, что... То, что мы возвращаемся немножечко назад, к традициям, к еде, возвращаем детей к необходимости изучить 60 профессий, прежде чем ты поженишься. То, что мы сейчас возвращаемся к земле и начинаем учить детей хоть что-то делать самостоятельно. Мы с супругом начали танцевать и петь вокалом, дуэтом песни, потому что даже цари наши писали музыку, и любая княжна могла встать и сказали, и танцуй, нашла танцевать, и сыграй. Она садилась и играла. Мы перестали созидать, и наши дети перестали созидать. И вот, по крайней мере, мы в своем доме учим все делать самостоятельно. Музыку, стихи, уметь читать, уметь прочитать прогноз погоды, чтобы мы все зарыдали. И мы учим тому, что женщина должна портить и исправить мужчине настроение. Мы учим, что женщина должна сделать питательный замес из всего, что есть в холодильнике, что женщина мотивирует мужчину подняться с дивана, как Емелю с печи, что все делает женщина. И любая сейчас меня спросит, почему я? Потому что если не сделаешь ты, сделает другая все. Меня никто не переубедит.